Острый аппендицит – одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, которое требует хирургического лечения. Об аппендиците многие слышали с детства, и порой кажется, что уже все известно. Проверьте себя. Сегодня наше интервью с заслуженным врачом Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Евгением Михайловичем Благитко. Евгений Михайлович Благитко, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры госпитальной хирургии Новосибирского государственного медицинского университета. Куратор хирургического отделения Новосибирской областной клинической больницы. Стаж хирургической работы более 40 лет. Аппендицит может проявиться в любом возрасте, но считается, что особую группу риска составляют люди в возрасте от 20 до 40 лет, и чаще это женщины. С чем связано? Дети до 7 лет. Крайне редко у них бывает аппендицит. Что касается уже после 7 лет, чаще, а вот наибольшая частота, это 20-40 лет. У детей, что у мальчиков, что у девочек, примерно одинаковое распределение больных. А что касается уже старший возраст, конечно, чаще всего у женщин. Это, вероятнее всего, связано, что, ну, во-первых, рожавшие, значит, плюс во время родов меняется там масса разных, и иммунный статус, и, скажем, за счет плода сдавливается где-то кишечник, где-то там питание, то есть сам процесс пищеварения нарушается, а, соответственно, там и микрофлора в кишечнике. Ну, а что касается людей пожилого возраста, там реже аппендицит встречается. Аппендицит и беременность – это особый случай? В первой половине беременности течение, клиническое проявление острого аппендицита ничем не отличается от мужчины, совершенно. А во второй половине беременности уже попробуйте поставить диагноз. Дело в том, что матка увеличивается в объеме за счет плода, поднимает кверху слепую кишку с червеобразным отростком, и получается содружество. Боль уже в правом подреберье, а тут располагается желчный пузырь. Так, а сзади почка. И встает вопрос, кто виноват из троих? Надо идти и смотреть. Умный хирург будет всегда стоять на точке зрения, если есть аппендицит, значит, надо его убрать, независимо от сроков беременности. Потому что, значит, если мы не убираем его вовремя, то будет или выкидыш где-то в пределах 5-6%, или наступят преждевременные роды 10-12%. Больных оперируют, но введение послеоперационного периода отличается абсолютно от небеременных женщин, от мужчин, детей и стариков. Евгений Михайлович, я благодарю вас за интервью.